интересно, что там? Ого, это же Хэппи Мил! Куриные лапки? Какая гадость! Картошка фри, я ее обожаю! Какая же она вкусная, просто пальчики оближешь! Интересно, а какой же будет вкус у картошки в сочетании с шоколадом? Я почему-то уверена, что будет классно! Попробуем! Да, великолепный вкус! Я, пожалуй, окуну целую пачку сразу! Супер, теперь у меня шоколадная картошка фри! Объеденье! Как некультурно! Уже закончилось? Жаль, но это было шикарно! Как же здорово, что у меня есть еще бургер! Его я тоже обмакну в шоколад! Попробуем! Вот это да! Даже не думала, что это будет настолько вкусно! Невозможно оторваться! Вот же тебе повезло! А у меня отвратительные ножки! Да, и, кстати, тебе пора их попробовать! Ох! Они хоть и противные, но забавные! И я кое-что придумала! Ой, как расслабляет! Что? О, нет! Убери эту гадость с моей головы! Вот фонтан! Давай уже ешь, а меня не трогай! Ладно, ничего не поделаешь, придется попробовать! Надеюсь, шоколад хоть как-то улучшит их вкус. Ой, даже смотреть противно. Это было просто ужасно. Интересно, что же там у меня? О нет, какая досада. А мне на этот раз повезло. Достался огромный чупа-чупс. Обмакну его в шоколад целиком. Карамель с шоколадом, это так здорово. Как же аппетитно! Не терпится попробовать! Чего-то не хватает! Знаю, конечно же, посыпки! Вот теперь другое дело! И выглядит здорово! И на вкус восхитительно! Сейчас пранкану подружку! Ой, смотри, что там! Ну а теперь обильно польем вкусняшку лимоном! Ни одной же мне мучиться! Ничего там нет! Лучше я займусь своим чупа-чупсом! Ой, какая кислятина! Ну, знаешь, а ну-ка ешь свои лимоны! Ну вот, терпеть не могу кислое! О, бррр. Вся надежда только на шоколад! Надеюсь, он хоть как-то исправит ситуацию! Была не была! Ну вот, шоколад не помог! Они по-прежнему очень кислые! Главное не концентрироваться на ощущениях. Я почти справилась. Остался последний. А я доела свой чупа-чупс. Он был очень вкусный, а еще в нем была жвачка. Ой, а вот это весело получилось. А давай я первая открою. Ну-ка. Что? Ужасная рыба! Какой кошмар! А что у тебя? Покажи! Уверена, у меня будет вкусняшка! И да, интуиция меня не подвела! Какой аппетитный хот-дог! Даже не смотри в его сторону! И вообще тебя твоя рыба ждет! Но она же совсем сырая! И пахнет отвратительно! Ой! Да, запах и правда ужасный! О, у меня же есть прищепка! О, да, совсем другое дело. Я, конечно, обмакну ее в фонтан, но рыба с шоколадом – это то еще удовольствие. И что же, мне правда нужно это попробовать? Мамочки, я кусаю эту гадость. Нет, легче съесть ее разом, чем по кусочку. Вот и все, я справилась. А этот скелет мне не нужен. Мне кажется, или он летит прямо... Ай, в меня! Гадость! Ну и зачем ты это сделала? Прости, я не специально. Хорошо, что меня еще ждет хот-дог. Он быстро поднимет мне настроение. Обмакну его в фонтан и съем его целиком, как ты свою рыбу. О, да, это просто невероятно вкусно! Никогда бы не подумала, что хот-дог с шоколадом так здорово сочетаются! Ой, как неприлично! Лучше бы я этого не видела! Давай я! Окей!
О, нет! Опять лимон и устрицы! Устрицы с шоколадом звучит просто ужасно! А у тебя что? А у меня маршмеллоу! Класс! Идеальное сочетание! Маршмеллоу с шоколадом, да еще и с посыпкой! Вот это да! Повезло так повезло! Как аппетитно! Ну и вкус, конечно, невероятный! Мне бы тоже очень хотелось, но уж нет! Ешь свои устрицы! Давай! А, какая гадость! Ладно, обмакну ее в шоколад и буду надеяться, что вкус у нее будет не такой ужасный, как в моей фантазии! Ужас! Это даже на вид отвратительно! Мне кажется, я сейчас упаду в обморок! Не хочу тебя расстраивать, но ты еще не все съела! Вот уж спасибо, что напомнила! Засуну под фонтан сразу две! Хочу поскорее с этим покончить! Да, больше гадости я, наверное, еще никогда не ела! Они просто отвратительные! Прям бяка-бяка-бяка! Ах, аж передергивает, но я справилась! Ага, и я тоже! Барабанная дробь и... О, нет! Ну и за что мне очередная гадость? Это же лук! А у тебя что? Давай посмотрим! А у меня... Классные печенюшки с M&M's! Ну, просто замечательно! О, они такие ароматные! Я готова начать! Возьму одну печенюшку и как следует искупаю ее в шоколаде. Божественно! Угости меня, пожалуйста! Нет, это исключено. Ешь свой лук, а я буду наслаждаться этим великолепным вкусом прекрасных печений. Остановиться действительно невозможно. Теперь я возьму сразу две печеньки и обмакну их в шоколад. О, да, вот это я называю двойное удовольствие. И даже маленьким кусочком не поделилась. Эх, ладно, пора и мне браться за свой лук. Чем быстрее начну, тем быстрее это закончится. Ох, ну и запах. Нужно как следует искупать его в шоколаде, чтобы хотя бы запах перебить. А может, я просто слежу с него шоколад и все? Нет, надо откусить. Как же отвратительно! Да, это действительно ужасно! Я сейчас буду плакать! Один момент! Вот, возьми салфетки да побольше! Держись! Спасибо! Они очень кстати! Я тебя все равно одолею, противный лук! Не верится, что у меня получилось! Я... все! Что с тобой? Ой-ой, берегись! Ой, я не хотела. Сегодня... Добрый день! Вы что удумали? Змею принести? Немедленно уходите! Сюда с подобным категорически запрещено! Получается, меня с моими улитками тоже не пустят? Приветики, Джастин, как дела? Сегодня на обед твой любимый суп. До встречи! О, эта повариха подкинула мне классную идею. Мне нужно только переодеться в повара и спрятать своих милых дружков под клошем. Вот так. Типа это обед для пациентов. Сидите тихо, мои хорошие, и ничего не бойтесь. Ну а теперь вперед переодеваться. Вот это да, по-моему, форма мне очень идет. Ну что, погнали, надеюсь, все сработает. Привет! Время обеда, пора кормить больных. Okay. Да, конечно, проходи. На чем я там остановился? Ой, наконец-то обед, я так проголодалась. Один момент. Итак, у нас сегодня в меню... обалденная каша. Вот, пожалуйста, можете угощаться. Опять каша? А есть что-то более съедобное? Более съедобное? Ну что ж, есть у меня одно специальное блюдо. Шучу, конечно, не переживайте, никогда вас в обиду не дам, мои хорошие.
Большое спасибо, что пропустили, девушка. Ой, я просто обожаю малышей. У меня есть маленький подарочек вашему ребенку. Вот такая милая игрушка. Смотри-ка, какой миньон. Что? Обезьяна? Упс. У нас категорически запрещено проходить с животными в больницу. Прошу прощения, видимо, в зоопарке произошло недоразумение. Батюшки мои, что за красотка к нам пришла? Я не могу отвести от нее взгляд. Ничего себе! Кажется, я влюбился. Большое спасибо, что пропустили меня вперед очереди, мальчики. Ловите мой воздушный поцелуй. Я поймал! Никогда еще проход в больницу не был так прост. Пресвятые старушки, что за богиня спустилась ко мне в палату? Да, ко мне на удивление сегодня слишком много внимания. Хотя я просто решила принести своих милых зверюшек в больницу, чтобы мне было не так одиноко, пока я лечусь. Кстати, про моих любимых друзей. А вот и они! Это мои милые хомячки! Вы только посмотрите, какие же они милашки! Хомяки? Ну, знаете, не буду я с этой ненормальной в одной палате жить! Так, минуточку. Обратите внимание на знак. С животными нельзя. Отдавайте свою крысу, заберете на выходе. Ну нет, я своих тараканчиков ни за что не отдам. О, кажется, я знаю, как принести их с собой. Баночку расположим на голове, обмотаем бинтами, и будет ощущение, что у меня просто огромная шишка. Здравствуйте, на меня дерево упало, и вот такая неприятная шишка вылезла. Надо к врачу. Конечно, проходите. Приветики, соседка. О, привет, меня зовут Рэйчел. Ой, а что с тобой произошло? Такая огромная шишка. Ты про это? Да это совсем не шишка. Я спрятала там своих маленьких друзей. Смотри, сейчас покажу. Вот, знакомься, это мои любимые тараканчики. Тараканчики? Они очень дружелюбные, хочешь, на ручку посажу? Хотя рука у тебя травмирована, пусть тогда вот здесь посидят. Пожалуйста, прекрати! Кажется, я переборщила. Минуточку, с животными к нам нельзя. Микки, дорогой, не расстраивайся, это просто очень злой дядя. Стоять! Нет у меня животных, зато есть сломанная рука. Прошу прощения, проходите. Микки, я тебя не брошу, не переживай. О, придумала! Я знаю, ты прекрасно умеешь лазить. Внимательно слушай, Микки. Доберись до палаты через это вентиляционное отверстие. Не переживай, там я тебя встречу. Здравствуйте, мне в палату номер 6. А куда вы дели своего мышонка? А ну-ка, покажите мне сумку. Да, пожалуйста. Вот теперь, пожалуйста, проходите. Ура! У меня получилось. Приветики, только тихо. А что такое? Микки, иди сюда, у меня для тебя кое-что есть. Смотри, это кусочек твоего любимого сыра. Иди сюда, мой хороший. Какой же ты у меня молодец! Мамочки, это что, крыса? Убери ее немедленно! Я ужасно боюсь крыс! Убери эту гадость немедленно! Не слушай, дружочек, это она не про тебя! Ты самый красивый на всем белом свете! Добрый день! Только не говорите, что вы планируете притащить его в больницу! Это запрещено! Отдавайте сюда своего противного грызуна. Он посидит пока тут, а вы скачите ко врачу. И даже рыбок пронести нельзя. Как же так? О, ко мне пришла офигенная идея. Я перелью вас в капельницу, и никто даже не заподозрит, что здесь прячутся мои любимые рыбки. Готово. Ну а теперь мы можем идти. Не переживайте, все будет окей. Интересно, а если на эту штуку подуть? Ай! Здравствуйте, ну зачем же вы ходите с капельницей? Ложитесь в палату. Есть, у меня получилось! Бабуля, я пришла тебя навестить. Ой, как я рада тебя видеть. Смотри, я для тебя связала. Ничего себе, бабуль, большое спасибо. Хотя фасон немного не мой. А что это у тебя за капельница? Сейчас покажу. У меня для тебя тоже кое-что есть. Мне удалось
пришлось принести с собой твоих любимых рыбок. Дори и Лори. Ой, как же я рада их видеть. Ох, что-то опять в горле запершило. Где там вода? О, да, как же хорошо. Что это у меня во рту шевелится? Рыба? Серьезно? Ох, проказники! Животными же в больницу нельзя! Добрый день! Минуточку! Обратите внимание на знак и сдавайте свою морскую свинку! Пока, мой дорогой друг! Я скоро за тобой вернусь! Нельзя приносить животных? А как же моя киса? Нет, я никому не отдам своего питомца! Да, кажется, я знаю, как выйти из этой ситуации! Спрячу рюкзак под кофту, и вот я уже очень беременная. Добрый день. Постойте, позвольте мне послушать вашего ребенка. Вижу, вы на последнем сроке. Возможно, скоро родите. Ну, здравствуй, пузожитель. Дамочка, я слышу мурчание. А ну, показывайте, что у вас там. Я так и знал. Вздумали меня обмануть? А ну, вон. Да, я, пожалуй, правда пойду. Опять мне снится, что я на работе. Ой, девушка, с животными у нас нельзя. Отдавайте своего грызуна и можете проходить. Ну нет, своего питомца я не отдам. Надо что-то придумать. Да, идея. Я могу принести своего зеленого друга с помощью шарфика. Вот и все, никто его и не заметит. Ой, как же сильно болит горло. А ну стоять! Вы серьезно думаете, что я на это куплюсь? Так я и знал. У нас с животными запрещено проходить в больницу. Давайте-ка его сюда заберете на обратном пути. Совсем уже с ума посходили со своими питомцами. Вау, девчонки! Я столько мармеладных глаз никогда не видела. Жаль, только Эмми достался всего один. Ну, не расстраивайся, я уверена, он будет самым вкусным. Нечего надо мной смеяться, ботанша. Ох, злюка! Ну, ничего, я проучу Эмму. У меня есть идея для крутого пранка. Сейчас немного загримируемся. Кетчуп на месте, а теперь приложим мармеладный глаз. Эй, Эмма, у меня проблема! Глаз выпал! Какой кошмар! Это твой глаз! Убери, убери немедленно! Девочки, я не могу дышать! Помогите! Есть только один проверенный способ, и он сработал! Мои любимые хлопушки! Я готова есть их круглые сутки! Мамочки мои, это что, глаз? Да уж, девчонки, это было весело, но больше так не пранкуйте. Эмма, скорее же ешь свой мармеладный глаз. О, да, он просто нереально вкусный. Кто там дальше? Лили? Без проблем. У меня их целых 10. Интересно, а сколько сможет поместиться в мой рот? Ой, вы только посмотрите, какая у меня забавная мордашка. И я съела все 10 за раз. Фиби, теперь ты. Наконец-то, а то меня уже заждались мои 100 мармеладных глаз. Извините, но я все съела. Ой, что это? Откуда у меня появляются дополнительные глаза? На этот раз меньше всего повезло Лили. У нее всего один батончик, но он такой же вкусный, как и у всех остальных. Ничего себе, вот это зверский аппетит! А можно поосторожнее? Не отвлекай меня. О, ко мне пришла идея, как съесть мой Твикс. И для этого мне понадобится бензопила. Мне ее, между прочим, папа на день рождения подарил. Правда крутая? Сейчас распилю свой Твикс на маленькие кусочки, которые я смогу долго-долго есть. Готово. Ой, девчонки, простите. Ну ладно, мне надо скорее есть, пока не растаяло. Как же вкусно! И нечего на меня так смотреть. Давайте ешьте. Да без проблем. Мне досталось 10 твиксов, и это мои самые любимые шоколадки. Упаковку долой, и я готова полакомиться. О да, как же это вкусно! Пальчики оближешь? Погодите, у меня появилась идея. Смотрите, что у меня есть. Молоко. Ой, снова в тебя попали. Так ты голову убирай. Так вот, я хочу растворить батончики в молоке, чтобы получилось молоко со вкусом Твикс. Вот это крутая идея. А то, теперь у меня есть шоколадное молоко и куча батончиков. Это просто идеальный обед.
О, да, как же это вкусно! Так, я все. Фиби, ты следующая. Наконец-то! Для начала сдуем всю упаковку. О, ко мне тоже пришла классная идея. Не поиграешь, не поешь. У меня папа строитель, и я вся в него. Я часто видела, как он строит очень высокие здания. И я тоже так хочу. Только мое здание будет сладким. Вы только посмотрите, какое оно высокое получается. Ну, настоящий небоскреб, но я справлюсь. Еще пару твикс-кирпичиков и готово. Девочки, вы что-то задумали? А Фиби вам разрешала? Фиби, тревога! На твое здание напали обжоры. Ох, вот оно и рухнуло. И я тоже падаю! О, нет, смотрите! Если махать руками, как птичка, то все равно упадешь! Долго еще лететь! Я уже устала! О, вижу землю! Ауч! Лили, Эмма, приветики! Каска меня защитила! Ничего себе, целая стена из Принглс. А вот у Эммы маленькая чипсинка. Грустно, конечно. Эмма, ты должна ее очень красиво съесть. Удели ей побольше внимания и распробуй все нотки вкуса. Чтобы ее съесть, мне понадобится лупа и пинцет. Эта чипсинка выглядит очень аппетитно. Попробуем. Вкуснятина. Фиби, продолжай. Ура! У меня целая упаковка Принглс, которую не так-то просто открыть. Так, мне нужен план. Знаю, эта пила мне точно поможет справиться. Ну вот, я же говорила. Все готовы увидеть экстремальное поедание? Погнали! Сейчас поймаю все чипсинки, ни одну не пропущу. Ап! И последнее. Класс! Ой, я, пожалуй, полежу. Да, с Фиби что-то не то. Ну ладно, а я начну. У меня все-таки целых 100 упаковок. Но справлюсь я быстро, будьте уверены. Какие же вкусные чипсы! Я не могу остановиться. Минус 2 пачки. Ой! И еще одна. А что, если сразу 2? Восторг! Тут становится опасно сидеть. О, точно! Каска – это прекрасное решение. Голова раскалывается. Да хватит! Эмма, почему Лили швыряется упаковками? Я знаю, как это остановить. Нужно разрушить эту стену. Погнали! О, нет, что происходит? Ауч, как больно! Девочки, я не могу подняться. Меня прибило чипсами. Эй, ты, чипсинка, а ну-ка давай ко мне в рот. Ну вот. Брокколи? Какая гадость. Лили, тебе досталась самая маленькая порция. Повезло. Ну что, начинай. На вкус она ужасная. Погодите, я знаю, что делать. Мне нужно закопать семечку. Ну, точнее, посадить. Возможно, у меня вырастет красивое дерево. Лили, будь аккуратнее, ты же сейчас закопаешь Эмму и Фиби. Ну хорошо, давай посмотрим, что ты там вырастешь. И сколько нужно ждать? Долго? Деревья обычно долго растут. Да, садовод из тебя так себе. Фиби, может, пока мы ждем, ты продолжишь? Если честно, то совсем не хочется. Я ненавижу брокколи. Оно такое вонючее. Кто вообще его ест? Мне как-то не по себе. Надо запить чем-то вкусным. Точно, я же совсем забыла, что землю нужно полить. Вот тогда дерево и вырастет. Вот сейчас получится. Ой, что-то происходит. Девочки, мне страшно. Вау, смотрите, у меня получилось. И теперь тебе надо это съесть. Вот, блин, за что? И зачем только я вырастила такую огромную порцию? Бррр. Нечего смеяться, Эмма, у тебя все равно побольше будет. Ну вот, испортила все настроение. Ой, девочки, смотрите, что там? Это же настоящий единорог! Какой еще единорог? Что? Эмма, ты жулик! И сейчас мы тебя проучим. Давай-давай, кидай-кидай. Я все ловлю.
Ну что, девочки, вот я со своей порцией исправилась. Было круто. Эмма, дорогая, ты тут немного обронила, но я собрала. Держи, угощайся. Да, кажется, от судьбы не уйдешь. Ужас. Ого, а здесь прикольно. Можно я первая? Так интересно, что же мне достанется? Ого, внутри лапша? Это круто. Сейчас же попробую. Ох, как аппетитно. О, да, и невероятно вкусно. Это было волшебно. Ну и чего вы на меня так смотрите? Эмма, давай, ты следующая. Окей. Сейчас посмотрим. Что? Острый соус табаско? Ну вот, а я так хотела вкусняшку. Как же остро! У меня все горит! Большое спасибо, вы мне помогли. Ну что, Крис, давай ты. Так, ого, какой красивый шар. Интересно, а что он умеет делать? Вокруг все замерзло. Нет, я больше не буду его трогать. Ой, это мне спасибо. Он такой красивый. О, нет, что происходит? Ай, я случайно его разбила. Как же холодно. Какой кошмар, девчонки замерзли. Видимо, есть только один выход. Выпью побольше острого табаско и растоплю моих подружек. О, а вот и огонь подступает. Крис, ты как? Ой, как потеплело. А теперь Энни. Ой, большое спасибо. А теперь помогите мне. Один момент, выжму свои мокрые волосы и потушу тебя. Да, сработало. Фух, что бы мы друг без друга делали? Теперь я открою сейф первое. Надеюсь, на этот раз повезет. Да как же так? Лук? Гадость. Ничего не поделаешь, придется есть. Фу-фу-фу, ужасный вкус. И хочется плакать. Ладно, надо поскорее покончить с этим и забыть, как страшный сон. Ой, простите, девчонки, но Лук очень хотел с вами поздороваться. Ну, знаешь, посиди, пожалуйста, вот так. А я посмотрю, что досталось мне. Смайлик выглядит многообещающе. Вау, это же торт! Какой он красивый и аппетитный! Отрежу-ка себе кусочек, да побольше. Вот это красота! Просто волшебно! Такой нежный и сладенький! Видимо, делиться она с нами не будет. Ладно, посмотрим, что досталось мне. Какая-то странная бутылка. Интересно, что это за красивый золотой порошок? Ой, как в глазах плывет! Это еще что такое было? Сонный порошок? Крис, Крис, просыпайся! Ну давай же, вставай! Вообще ни в какую! О, идея! Мое зловонное дыхание должно сработать! Где я? Что за вонь? Всегда пожалуйста! А давай-ка усыпим Энни этим порошком! Давай, насыпь его на эту розу, она точно захочет ее понюхать! Энни, это тебе от нас! Мне? Ну, спасибо, девочки, очень мило! Очень хочется спать! Да, наш план сработал! Ты поднимайся, а тортик мы заберем! Приятного аппетита, Крис! Девочки, а можно я первая? Давай! Окей! Интересно, интересно, что же там? Ничего себе, это что-то странное! Напоминает какой-то котелок! Ладно, разберемся позже! Эмма, смотри, что у тебя! Вау, у меня огромный киндер! Как же круто! Выглядит обалденно! А на вкус невероятно! Но с вами я делиться не буду! Ого, внутри даже игрушка есть! Интересно, какая? Мишка, скукота! Энни, забирай! Кидаться было не обязательно! Мишка, посиди здесь! Ничего себе! Плюшевый мишка стал мармеладным! Вот это да! Девочки, вы поняли? Мой котелок делает мармеладную еду! Очень круто! Крис, осталась только ты! Посмотрим! Что? Сыр с плесенью! Я его ненавижу! Этот запах просто отвратительный! И на вкус он тоже гадкий! Нет, я не могу! О, ну конечно! Энни, одолжи мне свой котелок! Большое спасибо!
Ну-ка, кладем вонючий сыр, а достаем кусочек вкуснейшего торта. О, да, вот это мне нравится. Просто невозможно оторваться. Эй, не снимайте меня, ну зачем? Тогда вот тебе, Эмма. Ты что сделала? Мой телефон стал шоколадным, а на нем был легендарный ролик на многомиллионные просмотры. Это обидно, но зато вкусно. Да, очень вкусно. Ну что, кто открывает? Не подсматривай, Крис, лучше открой свой сейф. Окей, посмотрим. Иу, лимоны, гадость. А может, я не буду? Будешь. Ох, меня все передергивает от одной мысли. Какая же это невероятная кислятина! Нечего смеяться над моими мучениями. Эмма, лучше посмотри, что досталось тебе. Так, ого! У меня просто обалденный молочный коктейль. Даже не смотрите, это все только мне. Вкуснятина! Ну, все понятно, жадина. Ладно, тогда я открою свой сейф. Ничего себе! Мне достались какие-то старинные часы. А если нажать сюда? Окей. Ничего себе! Девочки застыли! Неужели я остановила время? Что ж, тогда это мой шанс отведать вкуснейшего коктейля Эммы. О, да, это и правда невероятно. Вижу, что Крис не ест свои лимоны. Это надо исправить. А Эмме можно сделать офигенный макияж. Уверена, ей пойдет клоунский грим. Получилось супер! Ну что ж, а теперь время можно запускать. Ну, у тебя и лицо. Уж кто бы говорил, ты похожа на клоуна. Что? И правда. Энни, признавайся, это сделала ты? Тебе очень идет, советую прийти так в школу.